один салатик можно сделать. Если можно сыр на нарезку сделать и все, как бы такого. Там играет везде популярная музыка, видео будет выложено, естественно, под другую, но супер такой ресторанчик, супер уютно, супер вкусно кормят и супер дорого. Вот как-то так. Ну и сегодня у нас гостья банкует, заказала день рождения, она говорит, это мои проблемы, ну очень, конечно, дорого. И вот тарелочка салатика 600 рублей там, мы на четверых положили вот так вот. Громулком. Но сюда, видимо, ходят только богатые люди. Вот там ресторан «Вилладж». Это в Ольгинке. Вы его не проедете никогда. По трассе. Здесь так романтически, конечно, все. Говорю, там вот горит костер. Нет, чтобы ты не сходила. Ну, а я захожу обратно. Романтическое место. Тут так классно, около костра. Скамеечки. Сидим, балдеем. Спасибо Наташке. С днем рождения ее еще раз. Счастья, здоровья. Чего еще? Спасибо. Давай. Ну ничего, аккуратненько положи. Молодец. Thank you.
трясу всеми частями. Подносят что-то, чем-то угощают. Так, чтобы он выбрал именно вас. Вот сейчас какой гарем лучше все это изобразить, ваш или ваш. Он и победит. Это конкурсный танец, танец восточный, ближе к центру. Еще. Жены готовы? Это можно подавать, махать, массажировать, танцевать, все, что вы придумаете. Восточный танец. Поехали. Давай, жены, пошли. Вы вокруг него танцуете, а эти жены. Все, я вам должна помогать. Я вообще не в вашем гареме. О, молодец. Ты там не стой, а то замуж не выйдешь. Быстро, где мой гарем? Давай, давай. Он тебя не обидит. Сюда, давай. Желание исполнения и миллион ночей и дней.